ЕГДС, оперативный дежурный домен Сергей Николаевич. С 10 июня телефонные номера единой дежурно-диспетчерской службы 000-3241-43-41-18-10-59-45-07 будут отключены. Но это не значит, что абонент теперь недоступен. Даже наоборот. В областном центре появится многоканальный телефон единой дежурно-диспетчерской службы. Этот многоканальный телефон удержит одновременно до 30 звонивших. Каждый звонивший будет знать свою очередь, и в случае необходимости он будет понимать, сколько ему ждать, ждать ли ему вообще. Он будет получать информацию о том, какой он в очереди, он будет понимать масштабы бедствия, загруженность операторов. Поэтому этот телефон, я считаю, что он необходим, чтобы он был и должен существовать, соответственно, и в связи с тем, что даже государственный стандарт, он обязывает нас это делать. Городская единая дежурно-диспетчерская служба или сокращенная ЕДДС принимает ежедневно от 50 до 300 звонков. Сюда звонят не для вызова экстренных служб, но по многим другим волнующим ивановцев вопросам. Отключение тепла, воды или электричества, падение дерева на машину, бродячие собаки и многое другое. Но больше всего звонков, конечно, о наболевшем. Жители нашего города, как правило, обращаются в нашу службу по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Их волнуют проблемы со своего жилья. Эти сообщения мы передаем уже в соответствии с характером обращения в управляющую компанию, либо в аварийную службу управляющей компании. Соответственно, организация проводит реагирование на эти сообщения. В период с 10 апреля по 10 июня в ЕДДС города Иваново будет проходить тестирование нового номера. Обращения от граждан, предприятий и организаций в это время также будут приниматься и по имеющимся на сегодняшний день телефонам. А с 10 июня останется только один номер, который ивановцам предстоит запомнить – 900-099. Наталья Гутарина, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.